Я люблю обнимать девушек. Можно чувствовать их грудочки на своих грудках. Заткнись! Ну, ребят, спасибо, что пришли. Было весело. Да, нормально. До встречи, Джон. И с тобой было круто увидеться, Берри. Вот черт, он хочет пожать руку или обняться? Он видел, что я обнял Джона, и он думает, что я такой парень, который всех обнимает? Я же с ним только познакомился. Надо протянуть руку для пожатия, пока еще не слишком поздно. Стоп! Он поднимает обе руки, он хочет обняться. Окей, просто обнимемся. Нет, это рукопожатие. Прости, я... С вами когда-нибудь случалось подобное? Я решу все ваши проблемы. За исключением утреннего стояка, обнятие может быть самым стрессовым и неловким занятием, с которым придется справиться мужчина в течение дня. Но с моей помощью все эти неловкие обнятия останутся в прошлом. Подевайте парней по вниманию парней! Первое, что нужно помнить, обнимайте только тех парней, с которыми вы близкие друзья. Есть три способа понять, что вы близки. Первое, вы хоть раз оставляли другу последнюю чипсину. Бери ты. Нет, ты бери. Давай ее разделим. Если вы хоть раз одели одинаковые футболки. Ага, прям как у меня футболка. Или же, если вы нечаянно увидели его пенис. Дважды. Я же сказал, что могу сделать вертолетик. Также важно не забывать о длительности объятия. Когда двое парней обнимаются, не должно быть лишнего времени между хватанием и разъединением. Если вы задержитесь, все может обернуться немного неловко. Но не забывайте о руках. Если вы хлопаете его по спине во время объятия, вы говорите ему: «Ты хороший друг, но ничего более, приятель». Когда вы крепко держите руку на спине, вы говорите ему: «Ты реально классный друган, и я знаю, что между нами ничего такого нет». Когда вы хватаете его мертвой хваткой за спину и ягодицы, вы говорите: «Выеби меня, выеби прямо здесь, прямо сейчас!» Большинству ваших гетеросексуальных друзей это будет не понять. Я хочу домой! А в зависимости от вашей уродливости, некоторым вашим голубым друзьям может стать также противно. У, мечтай дальше, сучка! Теперь, когда вы знаете, как правильно обнимать друзей, посмотрите, какие объятия не следует делать никогда. Боковое объятие, наклонное объятие, объятие человека-паука, объятие паука-человека, объятие ноги, объятие задницей. И самое важное, никогда не обнимайтесь голым. Позвольте продемонстрировать. Насильник! А, блин! Ну вот и все на сегодня. В следующий раз вы увидите путеводитель парней по отсосу парням. Пока! Заткнись! Ну, хорошо, Тибоун. Для тебя папочка! Окей, папочка. Перевод с девушек и зло озвучили Пеликан, Виски, Осознан и Элджин. Не забудь добавить это видео к себе, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. vk.com/club1021223-19. Ага. Я уже текст нахер заучил. I'm so lonely.